совершенно трезвый. Совершенно трезвый. Падаю лицом в костер. Лежу так 3 месяца. Че ты уши греешь? Иди руку грей, но УВЧ лучше. Извините. Да вторую не сломали. Ну, и че там? Вот, ничего, потом стою, лицо в палочках, ну и как бы хожу еще так 4 года. Ничего не происходит абсолютно. Вот, я хожу, значит, потом не нужен мне твой водитель, я поеду на маршрутке. Смотри. Чихуахуа, пчелы накусали. Давно маршрутка ушла? Да нет, только что. Человек, как ты эти береши можешь есть вообще? На вокзале вообще ничего нельзя покупать, это отрава полная, ты что? Да ну, ладно, нормально, из говядины, между прочим. Вот из такой вот говядины наверняка. Ну, хорош. Я тебе говорю, нормальный, жирный только просто очень. Быстрее бы пришла эта маршрутка, у меня уже рука отсохла эту сумку держать вообще. Ну так поставь ее, что ты держишь? Куда поставь? Жена новую сумку подарила, чинарики все наплевано, куда я поставлю-то? Ну держи тогда, что? Ну так вот. Димыч, возьми, пожалуйста, телефон из кармана. Че вдруг-то я буду? Ну возьми мне руки жирные, штаны будешь замарать. Это трудно, что ли? Вдруг кто-нибудь важный звонит. Алло, сейчас. Какая-то ипотека. Давай ипотеку куху, я 5 лет ждал. Алло, да. Да, Мясников, Вячеслав, да. 3 миллиона оставлял заявку. Все, жду. Хорошо, жду. Все. Дима. Дима, не убирай. Дима, не убирай, это очень важно. Жена звонит, но... Ну, перезвони, чего? Куда перезвонит? Если я сейчас не возьму, мне хана. Я в командировке, ты что, не понимаешь? Что я... Ну, придумай что-нибудь. Что я придумаю? Я под колпаком. Я с того раза, как она мне волос нашла на пиджаке. Все, я на коротком поводке. Ну, ты... Ну, Дима. Ну, что, ну? Я еле отмазался тогда, что рыжий волос – это Колли. Что вы такое говорите-то? У Коли нет волос, Коля лысый. У Коли Гелендваген. Девушка, вы можете мне телефон достать, а? Конечно, через Арсена. Вам из Китая или из Японии? Не, что вот здесь вот? Вы что, я не могу к незнакомому мужчине в штаны лезть. Юля. Дима. Ну вот, другое дело. А-а-а. Вот там зелененькую кнопочку, нажмите. Погоди, малыш, приедем домой, я с тобой поиграю. Алло, привет. Как у вас? Никто не играет со мной. Люд, ты что? Ну нет, это что? Тихо, тихо. Алло, да, Мясников Вячеслав. Да, 3 миллиона оставлял заявку. Все, жду, хорошо, жду. Что значит молчу? Придумываю. Я ничего не придумываю, Люда, ну что? Это, тут ситуация запутанная просто, Люда. Люда, сейчас действительно запутанная ситуация. Девушка, поговорите с ней сами, ну. Алло? Тихо, тихо. Алло? Сколько, да, 10 поручителей зарплатой по 100 тысяч? Да, хорошо, без проблем. Да, что? Что в залог? А, ребенка в залог. Да. Да без проблем, у меня их 2, да. Да. Все, жду, жду. Конечно. Ну что там? Я столько слов незнакомых услышала. Сказали, что вы урод, кобелина, чтобы домой не приходили и хотят с вами поговорить. Слышь ты, овца, ты что, ты как разговариваешь вообще? Не понял. Я не понял, что ты? Ты кем себя возомнил? Я не понял, ты что? Да давай, я приеду, тебе башку оторву, ты поняла, да? Готовься, да, я приеду, тебе башку оторву, ты поняла? Вы будете разговаривать-то? Слава. По-моему, там тебе сейчас процент подымят. Алло, алло. А девушка, это куда ты сказала? Не дадите ипотеку? Дайте мне ипотеку. Дайте мне ипотеку. Дадите ипотеку. Что? На лбу выпьешь, клянусь, отдать? Без проблем. Что дадите? Телефон отдела одобрения одобрений? Ручку, ручку дай. Сейчас напишем. Ручку мне достать, в штаны мне залезть. А, Люда, я не то имел. Люда, Люда, нет, нет, ну что ты? Людочка, ну пожалуйста, ну быстрее. Мужчина, подержите Буцефала. Ай, вы перчатку одну потеряли, смотрите. Только Буцефала не потеряйте. Давайте, где вам записать мой телефон? Да не ему записать, мне надо записать. Достаньте у меня из штанов блокнот.
Я не такая. Я сегодня уже у этого мужчины достаю. Я слушаю. Да, Людочка. Мужик, инвалидский, иди сюда. Хорошо. Иди сюда. Достань у меня штаны, блокнот, пожалуйста. Ты же видишь, у меня руки заняты. Да выкинь эту шапку. Давай, инвалидской рукой доставай. Доставай. Первый раз в жизни на маршрутке хотела превратиться вообще. Что здесь происходит? Полиционер Рожко. Да ничего, я ипотеку беру. А эти что делают? Это мне помогают. Да что ж это происходит, товарищи? Почему в нашей системе ипотечного кредитования так много лишних звеньев? А ну-ка, пошли, пошли, пошли.